Молдова будет расширять сотрудничество с НАТО. Об этом сказал молдавский премьер и добавил, людям надо разъяснять, цитата, что НАТО – это демократическое развитие, справедливое правосудие и потенциал для обороны и безопасности. Накануне в Молдову прибыли еще несколько немецких бронетранспортеров «Пиранья». Это третья поставка за год. ЕС готов выделить военную помощь Молдове 40 миллионов евро. Это не считая двойного роста расходов на армию в самой Молдове. При этом Кишинев проводит регулярные учения вместе с НАТО. Милитаризация точно не приведет к укреплению мира и безопасности на Днестре, считают в приднестровском МИДе. Молдова – сторона конфликта. Конфликт международно признанный и зафиксированный, он официальный. Есть механизмы международные по решению этого конфликта, да, и в то же время эту страну усиленно наканчивают вооружением. Конечно, это вызывает вопросы. Это никак не способствует стабилизации, миру и безопасности, да. Но почему какие-то страны принимают решение вооружать ту или иную сторону конфликта? И это должно быть нормой. Это абсолютно нерациональная, абсолютно ненормальная ситуация. Представьте себе, что часть государств приняла бы решение вооружать другую сторону конфликта. Какова была бы реакция мирового сообщества? И, на мой взгляд, очень много, конечно, цинизма и лукавства в том, что как подают эту информацию международные СМИ, политические представители. Кто-то говорит, что это не милитаризация, это как бы модернизация вооружения, там придумывают какие-то удобные формулы для них. Но все это, как ни назови, но факт остается фактом. Поэтому, конечно, это добавляет нестабильности и создает определенные риски. Сегодня в Кишиневе был протест. Люди вышли с транспарантами к офису информационного центра НАТО, принесли антинатовские плакаты. Надеюсь, народ нас поддержит, и надеюсь, НАТО все поймут, что не место в нашей мирной и благословенной стране. Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что она готова голосовать за вступление страны в НАТО на возможном референдуме.